Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Гондик ТВ. Я нахожусь в игре «Мой ресторан», где сегодня вышло обновление «Пришельцы». Это обновление интересно не только любителям и фанатам игры «Мой ресторан», но также всем, кто играет в Pet Simulator X, потому что здесь добавили возможность получить бесплатно Хьюга. Итак, давайте посмотрим, что же здесь добавили. Хьюг Чиф Кэт. Обслужите 100 тысяч клиентов и получите огромного кота-повара в Pet Simulator X. Это ограничено по времени. Добавили инопланетного гостя. Прибыл таинственный инопланетный гость. Космическая тематика ресторана была добавлена. Отправляйтесь в космос с новой тематикой Alien Ресторан. Добавили трон пришельца. Новый трон достоин пришельца, привлекает пришельцев в ваш ресторан. Стол НЛО. Новый стол НЛО привлекает клиентов-пришельцев в ваш ресторан. Черная дыра. Увеличите шанс на то, что клиент-инопланетянин посетит ваш ресторан, показав сверхмассивную черную дыру. Телескоп. Исследуйте космос с новым телескопом. Обсерватория. Новая обсерватория в центре карты. Загляните в глубины Вселенной, кто знает, что вы найдете. Новый интерфейс магазина. Перейдите во вкладку «Магазин», чтобы увидеть совершенно новый интерфейс магазина, чтобы легче было покупать предметы. Ну что ж, давайте осмотримся. Я вижу, что поменяли действительно интерфейс. В левую часть экрана перенесли квесты. С правой стороны экрана у нас показывается количество наших денег и уровень ресторана. И внизу также поменяли оформление интерфейса. Здесь теперь у нас идет оборудование, все, что у нас есть. Также здесь есть кнопочка продажи, что очень удобно. То есть прямо отсюда вы можете продавать, не телепортируясь в большой магазин. Так, здесь же у нас появился магазин, где мы можем покупать все оборудование. Я вижу здесь уже новый трон пришельца, стоит он 424 тысячи. И стол пришельца стоит 840 тысяч. Ну и также здесь есть различные оборудования и украшения. Так, понятно. Дальше, Customers. Это было недавно добавлено в игру. Здесь показывается количество клиентов, которых вы обслужили. Персонал. О, смотрите, добавили девочек. Раньше были официанты только мальчики, теперь стали еще и девочки. Прикольно. Усиление. Геймпасы. Я вижу, добавили новый геймпас. На 60 минут вы можете сделать массивный буст на всех топовых клиентов, которые есть в игре. Также отдельно можете пригласить нового клиента инопланетянина за 200 рубаксов. Геймпасы. Добавили новый геймпас за 600 рубаксов. Это автопосадка. То есть ваши гости будут автоматически заходить. Вам не нужно ждать, пока ваши официанты их пригласят зайти в ресторан. Ну и денежки. Так, с этим все понятно. Рецепты остались те же, и баг с количеством рецептов так и не пофиксили. Так, идем дальше. Этажи. Теперь добавлено сюда, можно прямо отсюда телепортироваться на любой этаж. Понятно. И настройки. По-моему, стало немножко больше настроек. Уведомления о посетителях. Ресторан закрывать, открывать можно. Ну, в общем, по-моему, здесь все так же и осталось. Ладно, давайте осмотримся, посмотрим, что здесь добавили за обсерваторию и что она нам дает. Вот здесь в центре карты расположена сама обсерватория, и здесь же, ребята, мы можем купить новое оборудование. Это стол, который дает нам 1% шанса, что к нам придет инопланетянин. Также стул, который нам дает 1% шанса, что к нам придет инопланетянин. И вместе со столом этот шанс увеличивается до 5%. То есть надо как бы собирать комплекты. Так, тот самый телескоп, который нам позволит изучать Вселенную, стоит он 42 тысячи. И массивная черная дыра, которая привлекает клиента-инопланетянина. Стоит она 249 робаксов. И вот она, та самая обсерватория. Так, давайте я буду от первого лица. Ой, здесь такой миленький инопланетянин. Такие глазки у него. Так, смотрите, здесь у нас телескоп, и на нем, кстати, изображен питомец из Pet Simulator X. Книжки, здесь вот такая комета. Здесь какая-то черная книжка с цифрой 42, я не знаю, может быть, это какой-то код. Ну, давайте посмотрим в телескоп. Красиво сделали, здесь какие-то звезды с планетами и черная дыра. Ну, не знаю, здесь, может быть, что-то можно увидеть, или это просто сделано для украшения, но в любом случае сделано красиво. Так, ну и давайте сходим, посмотрим на новое оформление, которое добавили
в большой магазин, заодно посмотрим, что нового здесь добавили. Так, ребята, здесь вы можете пройти верификацию, введя мой твиттер, @gondik_tv, и вам дадут плюс 50% к опыту. Аукцион так у нас и не работает. Здесь у нас мебель. Ничего нового не добавили, то есть мебель пришельцев не добавили в основной магазин, возможно, это сделают чуть позже. Здесь у нас тоже ничего нового, давайте поднимемся на второй этаж, посмотрим, что добавили здесь. Пока никаких изменений я не вижу, и я вижу новое оформление. Это вот такая вот тематика ресторана «Пришелец», стоит она 3 миллиона. И вот как выглядит это оформление, такое вот серо-зеленое, довольно оригинально смотрится. Ну, давайте зайдем внутрь и посмотрим, как оно будет смотреться внутри. Ну что, неплохо, неплохо, мне нравится, ребят. Напишите, как вам понравилось или нет такое оформление, очень интересно. Что ж, ребята, давайте купим мебель, поставим ее у меня в ресторане и посмотрим на клиента-инопланетянина, который должен прийти, когда у меня появится эта мебель. Так, я куплю один стул и давайте 4 стула. Я думаю, мне хватит, хотя мебель довольно дорогая. Ну и давайте один телескоп возьмем. Ну что, бежим в мой ресторан. Здесь теперь не особо удобно телепортироваться, да? Давайте попробуем. Нет, сработало. Почему-то на первый этаж у меня не получилось телепортироваться, но получилось на второй. Так, и куда же мне все это ставить? Да, можно поставить здесь. Давайте я уберу несколько стульев. Заходим в режим строительства. И вот здесь кнопочка Pick Up. С помощью этой кнопочки мы можем убирать мебель. Немножко нужно привыкнуть к новому оформлению, непривычно. Оборудование, мебель. Где она? Так, вот он стул. Ух ты, какой огромный-то стол. Как его ставить-то? Кстати, появилась кнопочка, подсказывающая, как вращать мебель. Видите, кнопочка R, можно вот так вот нажимать и вращать. Так, и у нас получается новая форма стола, то есть он квадратный, но с каждой стороны можно ставить по 2 стула. Значит, мне придется убрать еще вот эти стулья. Так, ну все, вот так вот я поставила, больше пока не брала ничего. Очень массивная мебель. То есть на один этаж мы сможем поставить меньше этих столов, потому что они очень громоздкие. Смотрите, они парят в воздухе, как бы левитируют. Ну что, давайте ждать клиента. Ну а пока жду клиента, давайте поставим еще телескоп. Посмотрим, как он работает и что он дает. Так, где он у меня находится? Он должен быть в декоре. Да, вот он декор. Его также можно вращать. Ну, давайте его в окно повернем. Правда, там стоечка у меня, ну ладно. Так, немножко еще неудобно с управлением. Да, видите, к нему можно подойти, нажать E. А, то есть он ничего не дает. То есть это такой же телескоп, как там в обсерватории. Просто можно подойти и смотреть. Ну, не знаю, все-таки дает это что-то или нет, или это все-таки для красоты. Все понятно. Ну что, ждем нашего клиента, пришельца. Наконец-то он ко мне пришел. Сразу появляется надпись в чате о том, что пришел пришелец. Кстати, есть два вида пришельцев. Одни, когда приходит, надпись не появляется, и они дают обычное количество денег по стоимости за блюдо. И другие, которые платят больше, о них сообщается в чате. Ну, давайте посмотрим. Он заказал блюдо, которое стоит... Где оно? Где оно? $47. Плюс у него на голове венок, значит, он заплатит в два раза больше за это блюдо. И посмотрим, сколько даст именно он. Так, смотрим. 5640. Ну что, неплохо, неплохо. Очень хороший клиент. Ну что, ребята, вот такой обзор сегодня получился у меня. Честно говоря, обновление не очень масштабное. Добавили всего лишь нового клиента и новую мебель. Но к этому обновлению привлекли очень много внимания, потому что добавили бесплатного Хьюго в Pet Simulator X. За счет этого сейчас онлайн больше 100 тысяч, хотя обычно был где-то 1500. Ну что, очень надеюсь, что будут выходить обновления почаще и также будем играть дальше в эту игру. Ну а мне остается накопить 100 тысяч обслуженных клиентов, чтобы получить бесплатного Хьюго. Ссылку на игру оставлю, как всегда, в описании. Всем спасибо за просмотр и увидимся!